Чтобы хорошо работать, необходимо хорошо отдыхать. А где отдохнуть культурно, да еще и посмеяться от души. Среди зрителей межрегиональной лиги КВН «Арсенал» можно было заметить канониров. Владислава Рыжкова, Артема Дудалева, Дмитрия Смирнова и Вадима Стеклова. А вот у бомбардира Александра Кутина, несомненно имеющего чувство юмора, была ответственная миссия – оценивать выступления команд. В этом плане Александр не первопроходец. В жюри уже приглашали Дмитрия Смирнова и Александра Денисова, которые с честью справились с этой ролью. Нападающий тульского «Арсенала» Александр Кутин. Саша, здравствуйте. Вчера, сегодня, два дня подряд был, сразу попал в жюри, член жюри. Мне очень все понравилось, позитивно было, развеялся. Вообще весело было. Никогда не знаешь, как жизнь повернется, да? Сейчас сидишь, судишь, а обычно про судьи что думаешь? Я был к этому готов, потому что как бы все равно представляем именно город, получается, во всей России. И шутки про тульский «Арсенал», они присутствовали, я думаю, они и будут присутствовать дальше. Свинья не может посмотреть на небо. Тут я их на дне города во время салюта ни раз не видел. Это помолчи, Кирилл, у тебя есть нормальные песни. Тульская мне понравилась из сегодняшней игры, естественно. И она еще мне понравилась в четвертьфинале. Громадные эмоции, позитивные они дают, действительно, это смешно. Дядя Джон, а давай играть в горячо-холодно. А давай играть в заткнись, я сказал. Ну, дядя Джон. Заткнись. Я хочу. Заткнись, я сказал. Я выиграл. Очень хорошо перенестись с футбола немного на юмор, на культурное посещение каких-то интересных вещей. То есть мне очень понравилось. Наверное, немножко обстановку сменили, то есть с футбольного поля на КВН очень понравилось, все очень было весело. Вот, и супер, еще хочу пойти раз, и может быть не раз, если время получится. Футболистов на поле выводят девочки, мальчики. А кто бы мог вывести вас, КВНщиков, на эту сцену? Ты, главное, Манучара не выводи!